User joined your channel. Это наша очередная средняковая тренировочка. В общем, такие дела. Мы начали. Все пока тяжело, пока мы на стадии формирования двух команд и очень медленно раскачиваемся. Это нормально. Секундочку. Да. Да, она записывается. Все, отлично. Все, кого я бы записал, буду. Так, Нига мне нужен. Мне нужен Нига. Мне нужен его тактический гений. Это что? Ага. А это кто такой? Java Test. Java Test. Так, мне за НК забыли, да? Ну если ты в канале НК, значит за НК. А ты будешь за НК? Да, я за НКшник. Ребят, у нас здесь какой-то пидорк бегает. Юхи. Давай потом поговорим. Не, я нашел смысл, я хотел бы его, чтобы он с нами в ДПР поиграл. Давай потом поговорим на эту тему. Ладно, хорошо. Там проблемы личного характера. А, окей. User left your channel. Ты хочешь на Индаре или... Нет, ребята, Эсамир, палка мне он чемиком. Свои отряд ты создал? Да, создал. Есть отряд, так. Ты где ты так стоять? Я прям возле грома стою. Так, у нас пока здесь Херико, да? Херок. Чего? Это ты? Да, это я. 36. User was moved to your channel. Ребята. Как это скучно, да? Нет, на самом деле там глубоко. Да бог ты. Муха прочитал. Ню-ню. Не, я первый том тут носил. Первый том? Господи. Ой, как круто. Да что за синка? Что? Напишите, блин. Сейчас занесется. Это уже началось. Вот там СНК. Да. Их двое. Две синки. А у нас есть скор? Открой только для перестреления. Сейчас. Здравствуйте. У тебя только 10 секунд нарез дают. Так, у кого идут инвайты в аутфит, принимаем сразу же. Подразделение частное, так что плюсуемся и так далее, тачкуемся. Private. Буду своих садил. Да ладно. Я думаю, это не расстрелялся. Джава, как это, как это? Давайте. Да напишите ему, чтобы отвалил. Ребята, Бухой, Вега, напишите, чтобы они отвалили террами эти. Они реально бесят. Да я еще даже не могу. А Муха всегда будет снайпера. Вот так, у нас 7 человек в канале разве? Нас 14. Парни, нас 14 человек в канале. Где эти 14 человек в игре? Так, я на воротах. Я на воротах слезал. А я на воротах. Ты не на воротах, ты... Вот Муха стоит передо мной, снайпер. Я солгал, хв. Секунду, присыдай. Солгал, никогда не, никогда не ври ХВ. Никогда не ври ХВ. ХВ убил Буха. Просто же скучаешь. Тополя, ко мне за что? А, ПТС. Он его анально покарал. И на врата. Ребят, мы херней страдаем уже порядочно. Целых 11 минут.
А где у нас отряд, вся фигня? Отряд находится на PL Canyon Chemical на Исамире, ребята. Я знаю, какой-то Кобальт, Бозерик, Матерсон, Бритс. Я вот не вижу, он закрытый там. Он закрытый, да. Придите на PL Canyon Chemical на Исамире, ребят. Или, не знаю, в ЕЛ парите. А так? А вот так? Как вот так? Там рыба. Подразделение. Получите плюс. Сейчас, секунду. Меня опять убили эти придурки. Ребят, я вас прошу. Ребят, уберите этих пидоров отсюда. Парни, еще раз. Как этот сервер называется? Тестовый один. Ребят, это не тестовый один, это американский ПТС сервер. О. Вот ты фамер. А ты бегаешь. Что ли это? Что лучше, Блиц? Вега, ты меня слышишь вообще? Да. Вы можете им сказать этим троим пидорасам, блядь, мы не свалили? Я фигу тут посоветовал лоу. Я написал. Вообще, лучший таск, который ты такое славное ПО снимал. Я не помню, ты... Ну да, понятно. Я не знаю, что с ним сделали, но... Пил бы. Лоб, что вас прощало? Так, ребята, у нас, еще раз, на нас канале 15 человек. Кто? Я захожу. Тот, кто не может по каким-то причинам попасть на тестовый сервер, не знает, что это такое, где это скачать, вы по-любому не успеваете на тренировку. Поэтому, ребята, покиньте просто помещение. КВ. Можно да, перевод чата? Он говорит, перевод чата. Ребята, мы тренируемся здесь, пожалуйста, не стреляйте. Ох, о, извините, можно мы тренироваться с вами? Понятно. Он говорит, так далее. А, Мазепа это кто? Это я. Айкон. Ребята, не стреляйте в меня, блять. Это не я. Не будьте пачкать дебилов. Будьте дебилами по одному. Да. Да. User left your channel. Так, нас 13 человек. Еще раз напоминаю, кто-то по каким-то причинам не может попасть на тестовый, пожалуйста, покиньте этот канал. Касательно. Не трогайте косу. Да она сама служит. Разъебал. Да ебал. Так, 9. Кто еще у нас не подключился? Я сейчас перекинь еще раз, пожалуйста. Подымите меня тут. О. Google Tanks, покинь, пожалуйста, свой отряд. Аутфит свой. А какой у меня аутфит? АТР. Сам распространяю пистолет. Подпиши. Гугл вышел из второго подразделения? Да, я не знаю, что он увидел всего. Ой, да ладно. Все, у нас 12 человек, ребята. Один кто-то у нас провис. Я не в подразделении, киньте меня. Фига Деспирадо. Деспирадо очень скорострельный. Очень скорострельный. Так, Иван Сусанин, ты где? Он прыгает перед тобой. Ты про Деспирадо? Ты все. А, в подразделении что-то? Да даже в подразделении, Сусанин. Ты давно в подразделении, все в рацах, все нормально. Так, Нига, будем слушать твой тактический гений. Разделяй нас как хочешь по командам, по отрядам. В принципе, по отрядам даже удобнее разделить. Так, промот, сквад лидер. Давай.
Какой сет? Так, я сейчас приду, я быстро. Какие проблемы? У меня этот не пошел в руку, поэтому... По барабану, ты ориентируйся просто по списку, то что у тебя 12 человек. Хорошо, сейчас. Хорошо, Маха, будешь снайпером. Только... Да, ребят, еще напоминаю, у нас... сейчас, секунду. У нас, ребята, что, дезматч или же удержание точки? Давай попробуем удержание точки. Окей. Смотри, наша задача захватить и удержать точку. А у нас что, у нас ванушника, Таня, чтобы перекрасить, да? Ну да. 8-9 возьмите инжел. Давай тогда, ладно, КВД. Все инжелы должны быть. Могу я предложить? Секунду, я скажу про инжел, потому что... все инжелы должны быть с клейморами и турецкими обычными противоходами. Говори. Смотрите, что мы делаем. Мы захватываем до половины точку, ну, то есть пока дойдет до половины. Потом НКшник на половине перехватывает точку, и захват не идет ни в какую сторону. Все. Ты в парке со мной шипел. Гениально? Я не понял, о чем ты, но суть не в этом. Слышишь, рекомендую... Так, тихо. Нига, не рекомендую тебе Rainbow Dash, если он у нас есть, и этого... Муха отрядить в отдельный отряд Чарли, как диверсионную группу. Они неплохо с этим справляются. То есть раздели на несколько отрядов и управляй там Альфа, Браво, Чарли, а не там первый, 25-й, 17-й. А Рэмбо Дэш в этом? Ну, у нас тоже есть талантливые диверсанты. Кто будет сегодня талантливым диверсантом к Мухе? Кого назначить, да? Да, любимой женой Мухи. Никто не хочет с вами. Тихо. Я Дивер возьму. Сейчас зайду, возьму. Так, а кто берет Дивера, берите Дивера, перекину Браво, как Мухе. Лучше Чара. Ребята, так, а так Муха, так... Анша, за кого? Боже, что я не понял. Если ты с нами разговариваешь, значит ты НКшник. Меня слышно что-то? Да, Аншер, тебя слышно. Если ты говоришь... Ты просто так пропал, я не знаю. А я пропадать стал, ребят? Ну нет, ты просто кнопку не отпускай. Да. Нет, ребят, я... Нет, ребят, у меня может ТС прорваться. Просто долгое время, если я сижу в ТС, у меня начинаются проблемы с ТС. Если я начал пропадать, скажи... Вот сейчас, просто пропадаешь. Да, пропадаешь. Disconnected. Connected. Channel switched. Ну вот теперь должно нормально все работать. Так, кто еще диверсанта будет включить? Можно первое время снайпером пробегаю? Может уже на вышке? О, Строл еще не зашел, сейчас закажу. Так, ребят, слушаем. У нас отряд Альфа, отряд Браво. Браво, по... там 4 человека, вы должны, по возможности, будете на крыше занимать основную оборону. Альфа будет держать оборону внизу и бегать на крышу вам на помощь. А какую мы крышу занимаем? Здесь две крыши. Ну вот куда весь отряд побежит, когда занимаем здание, тогда отряд... У нас два здания, у нас два здания тут, понимаешь? Мы бежим все. Давайте все посмотрим этот, сюда, давайте пробежимся до него. Сначала мы толпой заходим, занимаем здание, потом Браво поднимается на крышу. Так, есть такой вопрос. За штурма что лучше взять? Какую пушку? Ну вот, если я буду в Браве сидеть. Смотри, Вега в прошлый раз разделил, всем в руки дал не гауссы, а дал пистолет-пулеметы. За счет этого очень большая мобильность у наших хевиков была. И мы на этом выигрывали. Если вы хотите, не хотите мобильности, ходите убойной силы, ЕМ-6 с расширенным магазином. Огромное, 200 патронов. Точность большая. Вообще у них, у НКШ очень точные ЛМГ. Если мы хотим мобильности, то нам надо полностью снарядиться именно в пистолет-пулеметы. То есть максимальная мобильность и стрельба. Блиц, да? Да, блицы. Ага, все понятно. Даже не блицы, а циклоны. Циклоны, ребята. Мощность такая же, как у пистолет-пулемета, такая же, как у ЛМГ. 163 дамаг, 35 патронов. Приносит страх и ужас. Стреляется от бедра свободно. А глушитель ставится вообще, нет? Лучше ставить, потому что тебя не видели, ни на карте не палили. Даже при увеличении карты видно, где кто становится.
Напоминаю всем диверсантам, что в формате PAL запрещено использование датчиков движения вообще. Народ, я вот рядом бегаю, примите. Где ты, Астрал, вижу. Там вообще оружие посмотрю хотя бы. Ну и медики, напоминаю, вы бегаете с бандольерами, ребят. А также, про поводу хевиков, в прошлый раз было разделение. Одна группа была в полном, грубо говоря, танке, вторая группа была с бандольерами. Ни в коем случае не упускать этот момент, связанный с бандольерками. Четыре конкашена, это четыре конкашена, понимаете? Мига, стой, ты видел? Что? Тут можно по краешку пройти сразу на балкон. Да, там можно выпрыгнуть. А у меня проблема, не люблю. Тебя лагает. Тап нажми, посмотри, сколько пик. Пинг. Так, это где надо? Тап нажал в правом нижнем углу. 234. И нормально. Просто потери небольшие, но бывают. Нет, нормально. У меня 186. У меня 249. Я включаю щиты, выключаю, они у меня все еще остаются. Через 10 секунд, когда они полностью использовались, они потом выключаются. Потери так большие. Да. Отключай два раза. Сзади этот. Хасик поехал. Да ёбну сдал, на. Бейте. Брат, все надо быть спокойнее. Ты должен понять, что это всего лишь игра. А чё за хер? Да не знаю, все. Лорд Дуд. Опять это Лорд Дуд. Ребята, Лорд Дюда, объясните, что он свалил. Ну ты готов? Да, вы готов? Мы готовы, ребят? Смуха, я не видел. Ребят, мы готовы, вы готовы, парни, Вега. Вега, я не слышу, еще раз. Нет, еще не готов. Как, пишите, как будете готовы, пишите go, хорошо въел. Ребята, по сигналу, так, тихо, по сигналу go въели, то есть в чате будет go, тогда начнем. Сейчас они там собираются. Короче, готовьтесь, что сейчас мы проебем как следует. Мы всосем просто. Готовимся к этому. Нет, я объясню почему. Потому что сейчас половина народа не было на прошлых тренировках, да? И не знаю, что делать, как делать, куда бежать. Поэтому... А объяснять это лучше один раз показать. А если я первый раз команду ведь? Давай. Короче, Нига, все зависит от того, как быстро ты сможешь адаптироваться к ситуации. То есть, вот. Ты у нас будешь Эндер, понимаешь? Вот такой вот у нас ты Эндер. Эндрю Вигел. Муха, это несколько недель. Максов нельзя. Кто Макса взял? Это какой-то долбоёб. А что, кстати, вот возле Ника означает, как стрелочка? Буст используется. Это командный буст идет. А как его использовать? Вот хер его знает. Стоп, я тоже использую, ничего нет. Командный буст. Какой? На буст на команду идет. А, склад буст. На склад буст. Кто там стреляет? Да блин. Чей Макс? Бейте Макс. Он возразится, начнет нам мозги трахать, ты понимаешь? Так кто? Сказали. Ну сейчас будет Максом бегать Максом. Лучше. Угу. Ну, любом. Знаешь, я бы не лупил, если бы на тебя смотрят три аннигилятора. Смотрите, это пушка спрятана. Какая? Вот это, смотри на меня, короче. Давай. Ребята, у нас здесь что-то сидит сверху. Это такой хрень выпал. На крыше. Ребята, на крыше. Блин, народ уже просто смог вообще. Не первый раз думаю, это скорее всего... Рибер, иди сюда, я попрошу. Да, над нами уже. Так, ребята, смотрите, не, подождите, кто это? Так, Николай, а, не Рибер, да. Попал. Я с того говна из приличия не попал. Блин, еще молния катится, еп. Тестовый сервер, что не сделать?
А это... Нет, 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 нет. Бухой спрашивает гол. Мы готовы, ребята. Мы готовы, да. Все, мы готовы. Они устоят с игром. Давайте, подходите, или будет игром, потому что... Гоу, пошли, 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 пошли. Начали. Через взгляд идем. Кто их заспотал? А, Сига заспотала. Здание это? Да, это здание занимаем. Браво на балкон. То есть на крышу. Альфа внизу, да? Так, точку не трогаем. Так, общаться ведь можно, да? Можно. А, медик на крышу. На крышу подходим. У них на крышу двое. Поднимите. Берёшь гренад ещё. Медик, рейс сзади. GG, патроны, на первом этаже. Блин, тормозит. У меня тоже тормозит. У меня, кстати, минус медик, пацаны. Мы дымим, или кто дымит? А не помню. Ребят, если мы, то не дымим. Двойка не понимал. Второй челлендж я тебя не подниму. Вставайте, пойдем, вставайте, ребята, кто сдох, вставайте и бегите до нас, средства. Мы идем на захват точки, не помните, у нас захват точки. А можно спавниться, да? Да, а да, да. А грома нету? Грома, ёб твою мать! Медик, не отлично. Что, надеюсь, что его не убьет? Они тройку поставили, осторожно. Нига, пойдем? Не, не, соседи. Ребята, нас гром уебало. Не останавливаемся, играем. Давай, давай. Выключи снайпер этот прицел лазерный, палишься. Да ладно, я сюда не подбегаю. Медик нужен. Где? Сидит. Ребята, я свалился. Тополик не подниму. Манига маяк. Что-что? Маяк нужен. О, они зашли! Блять! Со спины. Со спины, со спины, первый этаж, это здание зашли. Ух, ни хрена себе гранат. Могу встать, ребята. Могу встать. Могу встать. Встаем, встаем. Кто внизу, поднимайся. Ребята, да. Контролится, задний вход контролится полностью. Медик минус у них. Да, нас грома нет. У нас грома нет. Ставьте на паузу, в общем. За гром поехали. Ребята. Они еще, еще пока воюем. Пока воюем, пока воюем. Все, выбили все. Контролится трупы. Ребята, у нас грома нет, у нас кое-какие проблемы. На медиках сидим. На крыше медика. Нормально. Рандом. Ой, Макс. Макс, Макс. Макс не наш. Ло, это левый какой-то, не? А лорд синий. Где Макс? На первом этаже. Меня он. Макс минус. Макс. Это синька была, не наш. Да-да-да, синька шестого. Ребята, точка, так, точка, ребята, точка. Медик на первом этаже нужен. А, все, спасибо, что я. Энфил, чей? Наш? Наш. Нет, да. Не наш. Какой-то вон, блин. Что-то выходит, что? Да, ребята, пожалуйста. Я не понял, что? Ну, типа, не мешайте. Мы здесь тренируемся. Не иду. Зашел! Опа. Вы что, не видите его, что ли? Ё-моё. Еще один. Ай, у меня патроны кончились. Минус, минус. Вовремя. Медик минус. Я минус, все минус, блядь, все находятся. Нормально, мы дошли точку. Все, они. 7 секунд.
Они все убиты? Точка 4 секунды, ребята, держите. Держите, держите, держите. Медик, медик. 1-0 нашу пользу. Выгоняем гром. Мы сделали не это, захвачено захват точки? Нет, таймер точки, тебе сообщить, могу сообщать время. Он слева высвечивается. Ну, слева у меня там миссия, это высвечивается, таймера нет. Да, у меня тоже таймера нет. Нет, таймер был. КВ, а мы на захват точки играли? Да. Сейчас, наверное, блин, я там не было. Понятно, окей, хорошо, ладно. А гром выиграет, нет? Я выгоняю. Я выгоняю гром. Я еще выгоню. Давай, давай. Около их грома молния и танк катается, только что наш гром загнал. Да, вообще, тут столько вражеской техники. А задание сюда поставлено просто. Было. Ломанкил аккуратно. А что мы здесь? Здесь еще. Откатываемся, откатываемся, откатываемся гром, ребята. Откатываемся громом. Так, гром открыт вообще? Да, открыт. Да. Мы на захват точки, ребята, играем. И понял. Пополняемся, парни. Пополняемся, то есть парни. С точки можно уходить, да? Да. Все, откатываемся. Понимаете, это тестовый сервер, и после постоянно куча долбоебов, которым не хера делать, или которым дают пизды на основном. Они приходят сюда, типа отомстить, да, побегать по пустым гексам, посмотреть. Это когда... как поки после 12-го. Да, вот здесь такая же ситуация. Они даже в пустые ворота заходят и забивают гол, понимаешь? Почувствуй силу. Так, ребята, все отошли к грому, парни. Лучше выгоняйте громы с этими. Два грома дополнительных пригоните с авторемонтом вовне. И будем. Три грома будете хилить друг друга. Тополик, ты где помер-то? Еще раз напоминаю, все, кто вздыхает во время захвата точки, да, они должны вставать на громе и маленькими группами или по одному как-то просачиваться на наши позиции. Да, это не зомби, нет. Зомби здесь контроля смысла нету. Просто встал и убежал, короче. Атас пип. Он влетает! Атас! Вправо заводи, вправо. Вправо или влево? Ага, молодец, молодец. Нужно еще один. Еще один, два грома сейчас нужно. Сусанин, наверное, с ремонтом дистанционным, ребята. А, сейчас. Секунду, секунду, ребята, у нас сейчас с громами. Блядь, ты меня задавишь! Они задавили, не задавили. Сейчас еще один гром подъедет. Ты что пытаешься сделать? Фу. Паркур. Я сейчас заблочу. Паркуй, пожалуйста. Слушай, паркуй, а ты не хорош. Второй подгонят, и нормально будет. Готово. Сейчас еще один гром подъедет, потом ты заблочишь. Погоди. Это нормально, что они точку воруют у нас? Нормально, нормально. Блин, как таймер вообще? Сусанин заезжает. Тут он трое. Заедешь? Сейчас давай втискивайся. Давай дальше, еще еще. Блять, стой, я по. Твою дивизию. Дальше, Саня, дальше, я заблочу. Дальше. Да не в ту сторону. Сейчас, подниму. Давай еще раз, КВ. Давай еще раз. Сделай мне больно. Сделай мне больно. Так, сделайте так, чтобы с громоса. Все, ребят, вы теперь друг друга лечите. Все, не трогайте ничего. Все, ребят, они уже готовы, парни. Все. Мы готовы? Какие-то дебилы, которые не понимают, так что не надо. Они что, точку закрывают или как? Еще ждать? А, вы готовы, ребят? Или ждем просто? Мы ждем точку или что, ребят? Вега. Да, мы готовы. Значит, играем на захват, да? Да, играем на захват. Точку сейчас вот нас отбираете. Нормально все? Да, пусть играет. У нас три. А, да, погоди. Ну да, сзади молния еще. У нас-то все нормально. Это у вас нас 6 человек синьких бегает. Да у нас тоже дохера, что нас убивают. Ну, я не знаю, про наших я говорю, то есть не на вас. Ну, понятно. Хорошо, мы готовы. Вы готовы, ребят? Я знаю, да. Тогда отмахивайте гой, мы побежали, хорошо? Ребята, готовимся, сейчас будет гой, идем. Пишите гой, мы идем. Мы это.
Готовы, хорошо. Подойдите к ним. Готовы, ребят? Да, готовы. Вас ждем. Да, готовы. Не с первого раза срабатывает. Слышишь, ребята, пишите гоу, как будете готовы, мы побежим. Так, опять тот же план. Окей. Четыре хотел кинуть, пидор. Пошли. Пошли, 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 пошли. Через отряд опять. Они почему-то помечены. Там эта хуйня работает. Какая? Не видишь устройство? Браво, крышу. Так, а ракеты можно использовать? Да. Да. Подствольный гранатомет нельзя использовать, и ПМПШ нельзя использовать. Ох ты, блин. Блять. Так, нас собрали, сейчас нужно выжить на точку. Пониже или пониже? Иду. Сзади. А, сзади зашел. Конкаш, пошел, рез пошла. Минус до 2. Рез пошел. Снимите на крышку, снимите. Блять, нига. Снесно. Бля, меня... Даже, я даже мелкнуть не успел, меня убили. Ребята, вспомним, встаем, поднимаемся. Медики, подъем будет? Нет, на первом. Сейчас скину туда вниз. Давай, 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 давай. Бросайте, ребята. Ресами держимся, ресами держимся. Сзади. Я не понимаю, что это за симка там ходит. Да, забейте, их больше. Он зашел? Конкашен еще один. Отходи, 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 блядь! Бета... А-а-а! Бэтбой меня убил. Молодец, красиво. Ребята, они около нас, на первый этаж практически. На первый этаж. Доходят. На крыше, на крыше уже. Конка... Рез ушел. Я не могу понять, когда она там у нас что-то понял. Продолжаем. Нет. Угу. Так, ребят, всех слили? Всех слили. Собираемся на кроме. Собрались на громе, не бежим, не бежим, не бежим, не бежим. Ребята, как это считать? Захват, не захват? Там точки нормально не держали. Грома и направо к точке пошли. Ну, не, вот пошли. Здесь вот отбирайте, тренируемся. Да, а лучше возьми циклон. Тихонько, тихонько. Заметили справа нас. Со спины в спину могут зайти, ребята. Невыгодная позиция. Так, Файклан, так и называется. Так, ребят, первое казание на крышу пошли. Все на крышу, валим на крышу. Конкашен. Крыша, крыша, ребята. Делайте версию. Я моя. Снайпер поднимается. Вижу один. Два пеха идут. А, ёпта. Да мы не можем ничего с ними сделать. Дебилы, понимаешь? Дебилы. Еще ресущий пошел. Ребята, второй этаж и еще ресущий. Для профилактики. Мне не ломает. Да, ломает грод. Ну. Так, ребят, пока держим гром. Да, мне ломает основной гром. Ломает основной гром. Зашли, зашли. Все, нет громов. Громов нет, ребят, все. Маслы, понятно. Нет, это не просто синька, не может быть, что в таком количестве так организовано. Да, это из-за того, что тут взрывы.
Держимся. На первом этаже или фига. Спускайся на первый этаж. Перехакается, выгонится. Не вовремя встал. Муха, поставь маяк. Выходит тебе слева сразу двое. Хаус ран будешь. Ох. Мух, ты слышишь? Да. Опять лево, левый какой-то. Нет, ну это если это с ружки кто-то, да, я уже боюсь кричать постоянно волк-волк. Это уже не смешно просто. Реально не смешно. Так, я за гром пошел. Ребята, все, стоп, отвлеклись. Громов нет. Громов нет. Опять эти придурки, да? Да, опять эти придурки. У нас на все легли. Прибрутся туда же, этим же составом, поверь. Ну да. Ну, если это наши любимые друзья. Блин, пиши, что? Пиши, говори. Да, скорее всего, с ружки кто-то. Просто вот пришел и конкретно гадит. Просто синий в два танка не катается, поверь. Может, это все? Погодите. Нужны громы. Гром у нас даже ближайший, это с траверсом. Да, виза. Ребят. Пока у нас технический перерыв, потому что смазано получилось. На локации где-то человек 6 этих бегало. Нас всех выкашивало внутри. Вы с одной стороны, эти с другой. Просто оверхельм какой-то. Вот, Вега, слышишь? Mm-hmm, да. Привет, ребята. Привет. Да. Вы еще долго будете? Да. А что такое? Да. Ну, присоединиться. Присоединяйся. Ну, сейчас тут обновление большое. Угу. Присоединяйся, Десмо, сразу за НКШ заходи, проблем нет. Опа, появилось, как это называется-то? Задание? Не, орнамент сотого БР. Лично. Да-да-да. Лично нас его ведут. Было бы неплохо. Муха, чё скакаешь? Муха, негодяй. Какой-то кирпич разносит гром. Ты раскинешь. Да, это наши. Причем нет, это наши два кирпича летают. Один из Альфа, другой из Чарли. Парни, вы хорош, да, Муха? Чё ты бесишь, Мара? Нет, с Чарли вот сейчас конкретно... А, это Остро даже, не Муха. Муха, извини. И Сусанин. На какую кнопку открывать? На Б. Б. Если прокачано. Прокачай, это пассивный мин. Ну да. ICU это пассивный навык. О, кто еще один гром притащил, ребят? Кто там кружится около башни? Я. А что ты кружишься? Дрифтует. Да на кого где-нибудь в другом месте. Нига. Это ваш гром пропал. Я не тот гром. Я поставлю, поставлю. А что это за кавуш 232? Кавош 232, что за хер? Сейчас кикнем. Какая возможность в эту перехакую терминал по машинкам? Давай. Перестаньте стрелять вообще. И закрой сквад, приват все сделай, и все. А, вопрос, что-нибудь точнее будет в прицеловании? Что? Что-нибудь точнее блиц в прицеловании, что можно взять? Циклон. Ребята, блиц не берите. 125 дамага, это не то, не наш выбор. Циклон бьет 167, ребят. 167 с ПП. Патронов же мало. Он медленный. Ну и скорости меньше на 200.
медленно реально. Дайсмана пригласите. Нига, возьми Дайсмана. Я позвал, позвал. Нормально я, убивает? Я ему токен поставил. Пойдите ему, дайте прилетели. Те же самые. Опять? В другую пушечку. Сколько пятый раз? Бурито какой-то. Ребят, ребят, напишите Гридо, чтобы он свалил. Пишем. Да мы их даже убиваем уже, не понял. Им и писали, и говорили, и он, блядь, не хотят. Да Ник просто спиздит. Невозможно. Да вы издеваетесь, там сколько авиации, посмотрите. Это бомжи какие-то, блядь. Да ладно, бомжи так же группы не летают. Нет, это не бомжи, это срушки. Это конкретно срушки. Конкретно кого-то бомбит. Есть! Сбил! Может авиацию взять? Ребята, взяли все по Фениксу. Зачем по Фениксу? Халк. Феникс не сел, я стрим. Наводимся на этого, на какого-то. А он сейчас. Ну если это РСК, то это дно конкретное, да? То есть даже подбить нормально ничего не могут, блядь. Днище ебаное. А Феникс что, ребята, не самонаводка. Как буст активировать? Да я перепутал. Хэлэ, как буст активировать? Хер его знает, блядь. Кто Макса взял? Я взял Макса. В первой вкладке там пуст убираешь, там экип, эквип написано, эквип нажимаешь, он активируется. Эквип? Как? Эквип. Эквип. Прям на него наводишь, прям посередине экрана написано эквип. Зелененький. Ну куда эти днища делись? А когда он активировал, слева в кустах пишет, да, его? Они да. Сейчас начнем, они приедут либо на танках, либо на... Буст, я сам нарисовал. Понял, все, спасибо. Может начнем? Да, давайте. Готов. Мы так, ребят, вы готовы там? Да. Ребят, они готовы. Мы готовы? Мы готовы. Стали. Через отряд. Ребята, отмашку давайте go и мы начинаем, хорошо? Окей. Возьму Феникс. Гири Феникс. Кишки запрещены. Возьми диверсанта и возьми. Запрещено, да, запрещено. Ребята, Сишки нет, не запрещены, нормально, можно, можно. Тишки в Феникс. Пошли. Пошли. Через ответ. Кто там сейчас стреляет? Под камень. Они, мы в контакт. Я в долги. Ой. Медики. Не спим. Один. Типочек, ёпереси ты! Какого? Да, это я. Ребят, не развлекаемся. Ребята, если кто никого не подняли, встаем на грому сразу, побежали. Почему мы делаем на гром или... Кто им гром подорвал? Не мы точно. Да, та же самая хрень, которая бегала по ходу. Сзади, ребята. Бой сзади вас. Так, ребят, растянулись очень сильно. Иван лежи. Иван лежи. Пошли. На крышу поднимается? Лимок была уничтожена. Не, циклонная пушка. Они все на точке стоят. Ага. Очень много на точке. Блин. Контрольте трупы, блядь. Так, накроем перегруппировку.
Так, с циклоном бегать я не могу с ним. Хорошо, тогда бегай не с циклоном. ГР-22 для медика. Скорострельная пушка, аналог наша АТР. Собрались, собрались. Собрались. Через отряд. Сразу эту крышу занимаем. Народ, напомните, где учится маяк? Командирский. Сквад. У тебя 10 уровень есть? Да, кстати. У тебя 10 уровень замок проект. Так, нас спалили уже с крыши. Митик, работай. Ага, охуенно под конкашным работает. А если сверху идет? Чего? Мне в тирана или заходить, или в НК? Этот, Вега, рейдеру куда, к тиранам или к вам? Наверху еще один, на втором точнее. Там бухуй, но... Да, слушай, ХВ у нас дрон сломали, тоже слава. Сверху, водитель сверху. Ух ты, сзади кто-то. Капуль. ХВ, без разницы, в ТС-ке и тут 14 человек. Окей. Окей, хорошо. Все, рейдер к нам. У них гром сломали, парни. ХВ, ХВ, все, у нас гром сломан, мы поднимаем. Отходим, отходим. В смысле? Отходим. ХВ, в чате отпишись. Да, сейчас отпишу. Отходим. Мы прекращаем, мы выходим. Все, стоп. Да, брак. Нет, грома, выходим, ребята, отходим. Это наши, не шараты. А, это тоже медика возьми. Так, моська подлетает. Твоя моська. А вам это будет бой. Ты чуть не сбил, бля. Господи. Это знаете так, если действительно кто-то с ружки, ребята, я говорю, это такое... Не другим поиграть, а просто вот взять вот поднасрать, да. Жутко неприятно, жутко. Еще раз повторяю, право по крыше, альфа, нижний этаж держит. Пока подготовлюсь. Рейдер, ты с нами уже? Почти зашел. Сюда еще миссия сюда выпала, офигеть. Сюда, значит, будет еще и другие смониться. Можно ли на Феникса развернуть ракету так, чтобы она влезла на себя? Нет. Времени не хватает. Попробуй сделать это. Феникс. Не базу вообще. Стреляй прям в первом. А никак. Нельзя развернуться. По времени не хватает. И скорость очень большая. Ты не успеваешь просто это сделать. Почти. ХВ, мы тут, короче, забаррикадировались, капец, как мы. Мы тоже так разобаррикадировались, приехали танки, все разобрали. Опять же разобрали. Нет, у нас сейчас два мага, сейчас два стоят. У нас эти два стоят пока. Ребята, да. Не уходит этого. Вы готовы, парни? А мы что, уже пошли? Нет, готовы, я спрашиваю. Сейчас, КСП стреляет по ТР. Я думаю, они сами разберутся с ним. А тут может с ракеты врезаться в ракету? Да. Да? Угу. Это сделать. Очень сложно, но можно. Сложно, но можно. Это подтвердил, сейчас будет куча экспериментов. Нет, я серьезно, ракету Феникса можно сбить с пистолета, это нормально. Ну, конечно, спальня. Рядом с громом сейчас прилетит. Полетите на встречу кто-нибудь. Слушай, муха, хорош. Потом. Не так тяжко, ребят. Почему муха побежала экспериментировать? Да, ребята, кстати, полетите на встречу сейчас. Так, Шубер сейчас через полминуты прибежит. Раз, два, три.
Ребята, никто не, по, не полите в Rising Storm. В Rising Storm. Не палите, вообще перестаньте палить. Ребят, перестаньте стрелять. Ага, это Калуш. Сейчас попробуем взять крышу и этот второй этаж, который на отряд на метке. Угу. Понял, балкончик. Там, а ты не забывай, что там стенка прямо, большая высокая стенка, ты точку не видишь с этого балкончика. А мы оттуда спрыгнули. Угу, окей. Альфа, балкончик, право, крыша. Угу, окей. Альфа, когда зайдем... Ребята, как вы будете готовы, гол, пишите и все. Да-да, мы отпишем. Ребята, готовимся по надписи гоу бежать. Сейчас как это бонус будет? У нас в чате появится надпись гоу, там, елом, и все. Да блин, муха, ты заколебал в натуре. По кому вы стреляете по синьке, зачем? Она же задница на нас. Стреляйте по синьке, пацаны. Чем вы помощи стреляли? Ну, я говорю, стреляйте по синьке. Хв, я пишу go, и не мы начинаем. Да-да-да. Ну хватит слиниться. Пошли! Go, пошли, пошли! А что за фигня с управлением? Теперь на колесико ничего поставить нельзя. Лол. Оружие можно. Да, у меня карта была граната. Пока право поднимается. Мы на месте. Клон просочился. Угу. Блять, я медик. На крыше кто-то, на крыше, ребят. Бухой. Бухой на крыше. Ой-ой-ой. Милый мой бухой. Был бухой. Сверху! Ребята, Q пользуемся, да? Хорошо, да? Мариша Ду. Я думаю, что мой, ты ничего сейчас не пробросишь, потому что полвзвода наших сдохло. Просто тупо сдохло. Так, они на точку спускаются, короче. Один вернулся. Инвиз заходит со спины. Банушник. А, десантника выберите. Это как? Откуда он знал? Уже бежит! А кто из наших маячки кинул? На что закинул маячок? Вы что, ёбнули что ли? Нет, вообще нет маяков. Почему это нет? Вот один маяк наш. Карабин, скажи, ты нормально писал. Ух, бля. Всем добрый вечер, а можно... Да. Нужно. По нам Долтон стреляет с крыши. Ой-ой-ой. Бэкбой зашел в здание. Уже не мэр нормально, мёртв. Ребята, я не вижу... Я не вижу на карте Далтона. Над нами. Над нами, над нами. Над гором, так скажем. Ой, не можем крышу. Нету. Нету. Ребят, три горовка на высоко. Ник какой-то вот Далтона. Алекс. Алекс, три. Ребят, перегруппировка на громе, куда бежим? А, кто живой? А мы, а кто не живой? Ну кто не живой, появляется на громе и стоит после нас. Ой, блин, опять я по своим херам. Что за ты хочешь? Привык конкашек убить. Блин. Пошли. Пошли, ну ты говори, пошли. Я же сказал, пошли. Нет. В записи, нет, в записи послушаешь, ничего не было. Ладно. Телек уж. Так, на точке сколько их там? Хуй его знает, да хуя.
Четверо, четверо, пока четверо. На крышу поднимаемся. Отходи, блин. Кстати, на крышу можно сразу прыгнуть. Видели? Да. Да. Можно на крышу поднимаемся и с крыши. Дал ХВ, короче, не знаю, это лидеры по нам и по вам стреляют, да? Да. А можно? Едьте вниз, гранаты! А, ёбаный свет! Да, ребят, с крыши, понимаете, закидывайте гранаты. Чисто будто вообще как-то спутается. Перегруппировка или бежим? Да бежим, бежим, пока снимайте крышу. Они только на точке стоят, поэтому на крышу не поднимайте. Это что за дебил пробежал? Ребят, поднимаемся на крышу. Право, поднимаемся на крышу. А, грену на точку можно? Грену на точку врезать. Не знаю, кинул одно. Хорош. Так, один обходит тогда. Да, бэтбой и диверсант. Минус, бэтбой минус, даже нужна рельс вообще. Или хотя бы рельс. Еще не зашел. Все, минус. Пошли, пошли на крышу, поднимаемся. Не стоим внизу, на крышу пошли. На крышу отдал там, уже другой, кстати. Да, если мы нападем. Значит, это второй этаж крыши нашей. Мне кажется, или ЕМ-11, или чем ЕМ-6. Можно ЕМ-11, какой хочешь. Я этот сам. Да хотел игрока взять. Один человек прыгает ко мне с крыши. Бэтбойц рядом с тобой. Нига, ничего. Че ты там втыкаешь? Я точку пытаюсь переходить, но мне не хватает силы. Силы? Нихера себе. Давайте пауа. На крышу можно? Рез. А, на балкон грену рез. Прошло много, 7 человек. Так, ребята, ну, так, все умирайте, все умирайте, абсолютно все умирайте, я на кровь пойдемся. Куда ты не умирать? Того привет, блин. Они сейчас все с бэшками? А, тополик возьми, чтобы... Господа, чуть не понимаю, а где вы все вот? Отряд у нас только один, и там 6 человек. Что еще раз? А, отряд. А будет отряд? Инженеры, ставьте турельки внизу на первом этаже. А кому отряд? Расскажите мне. Холдерик, ты на тестовом? Холдерик. Ты на тестовом? Холдерик, ты на тестовом? Нет. А мы на тестовом, Холдерик. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Коса. Обходят нас, обходят. Бухой с Виталиком, бухой мертв, Виталик идет к вам. Да, нас коса фармит. Чё за бред? Адекватные люди, конечно. Ребят, это невозможно. Мы выпрыгиваем из-под стрела косы и Далтона, попадаем под ваш обстрел. Ребят, тут никакие ворота не лезут вообще. Понял. Да я знаю, нам этот Далтон тоже мешал. У нас сюда сейчас коса фармит, понимаете? Понял. Блин, прям смешно. Вот такой... Надо, кстати, надо уходить отсюда, нам не дадут потренить. Да. Ребят, кто на кроме появляется, перекрупировка. Мазепа, да. Научись кидать гранаты. Да это вообще фейл был. Не остановили меня под ним? А, вставай, вставай, пошли, кто на кроме, пошли. Привет! Это кто?
Коса? Коса. Гей какой-то. Какой-то гей. Ладно, ребята. Вдох, выдох и пошли дальше. Давайте, ребят. Всегда будет сложности. Так по-быстрому, быстрому, пока они не приснились. А они, ребята, пока прекратили. Вы прекратили, ребят? Да, мы просто в здании стоим. У нас уже коса какая-то. Да. Эй, не остановись. Я так и знал. Еще и ТВЛК. Ух, там вот такая куча наверху. Ребят, тогда продолжаем. Да, продолжаем. Сука. Так, Серхоу, гей. Потому что включаю вообще лазер, точность не изменяется? Нет. Конечно. Ты это не знал? Сука, это коса заеколебала. Возьмите кто-нибудь себе мозгу. И у нас. Ну и коса, и гром ломает. О, гром сломали. Все, у нас громы все сломали. Да. Так, у нас взорвали все громы, ребята. Сори, стоп. Понял, прям на путь. А, гоните громы. Стоп, ребята. Грома приехала по вашему. Танк. Танк приехал. Почему все? Да, господи. Потому что... User left your channel. Потому что. Когда открываешь карту, вот эта вот локация тут прям даже сияет, что сюда приходили. Да, всем удачи игры, ребят, я боюсь. Пока. Да. Так, ребят, что делаем? Хотя не тренировка, это какая, какие-то, блин. Это боль, плохо. Это боль, да. Да, да, да. Так, ребят, может быть, мы перенесем тогда... Ребят, шоуэр, слышите? Так, секунду. Вега, перенесем на Snow Share Watch Tower. Тренировка по... Ну, будем отрабатывать выбиение, забивание с башни. То есть это не пал, но что-то как-то. Потому что в дальнейшем... Хорошо. Давайте там просто громо разверните свои, и все. Ребят. Да. Так, ребята, переходим на Gex. На Gex, где я встал сейчас. Называется Snow Share Watch Tower. Отрабатывать будем взятие захват. Захват и удержание башни. У нас как раз два отряда. Один отряд удерживает, второй отряд захватывает. И все. Потому что сейчас нам не дадут на этом PL Chemical вообще никак. Да мы все равно по карте. Там светимся, мы находимся. Так, мы-то находимся. Gex, ребята. Нихер. О, я тебе слот отдал. Угу, да, без заводного я поставлю точку. Ребята, вот точка. Угу, а мы в дефе нападение. Мы сначала в дефе, мы сейчас будем в дефе. Они сейчас будут в башню заходить, да? Угу. А, ребят, Вега. Да. Вот все действия и на Snow Share Watch Tower будет захват точки А. То есть, грубо говоря, ваша задача убить нас. Играем с одной жизнью. То есть вы нас точка считается захвачена, если ни одного нашего пеха не останется. Ребята, я еще раз повторяю. Ребята, подождите секунду с вопросом. Я говорю в командный канал, мне очень сложно. Понимаете? Да, задача Deathmatch, то есть играем на одной жизни. Ваша задача, башня считается захваченной, если никого не осталось на дефе точки. Вот. Импланты еще не введены. Поэтому делаем следующий образ. Ограничение по оружию сохраняется как в пале. То есть максов нельзя, там все эти дела. То есть вот чисто вот перестрелка по всем этажам. Поднимать могут только медик. Если кто-то резнулся, он остается на респе. Ни больше, ни меньше. Хорошо? Хорошо. Ребят, играем подобие дезматча в башне. Задача ограничения по оружию остается. Башня считается захваченной или потерянной в том случае, если ни одного защитника не останется рядом с точкой. Или же вообще в башне, живым.
поднимают только медики. Если вы резнулись, ребята, вам хана, да? То есть вы считаете, что вы вышли из соревнования. Понятненько? Идет дезматч. Работаем на точке, посмотрим, как мы в обороне будем, как мы будем в нападении. Нига командую по постановке. Я понял, Максов нельзя, да? Максов нельзя, нет. Так, обороняем точку А, да? Да, обороняем только башни. Вот в пределах башни они можем... Могут заходить. Как угодно. Откуда угодно они могут заходить. Это же плохо. Лайтам все залетят. Ну, посмотрим. Мины, так, да, ребят, возьмите инженера, раскидайте мины. Нужно, так, кто у нас в тополе, возьми инженера. Я уже раскидал. А, смотрите, Альфа и Браво это как раз есть. Отряд Чарли бегает вокруг и ловит лайтом, который поднимается. Альфа, да. Что у нас? Браво. Прости, прослушал. Альфа держит, Альфа возле меня стоит. Браво идет на противоположную. Альфа возле меня, Браво с противоположной. А, Чарли, вам лучше взять медика, потому что вы будете часто умирать, и дружку Чарли будете поднимать отдельно. А, на команду нужно по два инженера и один штурмовик, самый возьми штурмовик, и по два медика. Так, в Брайе у меня хирховик качнул, и как бы за хирховик, за медика играть не умею. Два медика, два инженера, один хирховик. У нас три инжа получается. Так, а дробаши тоже нельзя, да? Нельзя. Инженеры ставят турельку. Где наш... О, ХВ, а какую точку мы выбивать вас будем? А, в сутки понял. А я прошу. А, нет, турельку вот сюда отстав. А лайты? Понял. Лайты будут Чарли бегать, Альфа, встаньте возле этого прохода. Вот, извиняюсь, мне нужно нас покинуть. А, браво, второй инженер. Вот сюда вот турелька. Браво, второй инженер, где? Постребуйте, я прострелил, нормально? Для Альфы второй инженер ставит на лестнице вот это вот. Давайте я хэвика возьму. Альфа, где второй инженер? Все, вижу. А, ХВ, а сколько у вас вообще народу? Третий Чарли, молодец. Это самое. А, Чарли, подойдите, тоже ладно, ко хорошо. Мне кто-нибудь, кроме третьего. У нас здесь, но ничего страшного. Кроме третьего. Третий стой там, где стоял. Не-не-не-не-не, нормально, тренинг. А, медики, Браво и Альфа смотрят, вот где я стою, вот здесь вот тоже будут подниматься лайты, и вот это вот это проемчик, смотрите, медики. Пока у вас работы нет, пока инженер там стоял, вы смотрите это. Поняли, медики? Что-то, блядь, случилось с настройками. Народ. Медики, Альфа и Браво смотрят вот этот проем, где я стою. Вот эти вот дыры. Я... Вот этот проемчик, вот этот все, смотрят Альфа и Браво. Чарли третий, вижу, где... А, первый Чарли, где ты? Первый Чарли, найди меня и стань возле меня. Соответственно, Чарли, если вас кого-то убивают, или первого, или третьего, вы говорите, потому что это, ну, говорите, сколько их и откуда они идут. Или просто можете сказать, там, первого Чарли убили. Первый Чарли, найди меня. Я стою возле точки прям. Инженеры, мин еще есть? Я уже положил свои. Если мин есть у кого, положите вот сюда, вот возле меня. Уже. Нет, здесь стою чисто. А, это теперь уже. А где? Рано. Возле точки, прям возле точки. Не возле точки. Зачем? Может быть прямо на проход? Ну вот здесь вот проход возле точки есть, нужно сюда положить. Тут же не этот, не как Псерне. Я извиняюсь, по телефону разговаривал. А какая у Чарли задача? А, у Чарли задача, третий стоит на своем месте, а не пропускать лайтов, которые будут подниматься к нам. А первый подойди ко мне.
А, для Чарли еще раз напоминаю, если вас убивают, вы говорите, как, сколько их и откуда они идут. Подойди, подойдите. Где ты там стоишь? Я возле точки стою. А, твоя задача смотреть вот этот проход и, соответственно, на противоположный. Лучше сегодня где-нибудь вот здесь стать. Я понял. Начинаем? В принципе, инженеры по турелькам, кстати. В принципе, да, можно. Они вообще здесь или их нет? Медик, помогайте командиру Чарли. Смотреть проходы, которые за точкой находятся. А, подожди, начинайте. Я турельку не прокачал. Сейчас. Нет, пока, подожди. У нас по два медика. Один медик смотрит проход, который напротив точки. Так, ребят, первый медик по списку, который из Альфа и Браво смотрит вот этот вот проем, где стоит взводный. Второй медик это смотрит. Ты. Что? Это ты первый медик. Ну, я первый медик, я говорю для Браво медика. Смотрит проем, который вот здесь. Второй медик смотрит проемы возле точки, прям. Там, где командир Чарли стоит. Это для Беттера XV. Это ваша зона ответственности. Вы в первую очередь смотрите сюда. Саммер, смени на инженера, пожалуйста. С этими, с клейморами. Ну, мини, короче, пехотные. Возьми подсумок бери, чтобы было больше клейморов. Руслан, я пишу голову иначе. Амунишн болт? Или что? Это находится, да. Окей. Ну, там, где броня, короче, там подсумок. Где-то всё в мире. Ещё, ну, 5 секунд. Ну, 10. 20. Минус. Минус сюда вот кидай. Саммер, идёшь? Сейчас, у меня не качано вообще, не просто. Называй вот что у меня. Ну пофиг. Инженер, не бегайте, встаньте на свои места, кто стоит уже, кроме Саммера. Не обязательно стоит, ну, хотя бы возле турельки стойте. Так. Кто С4 прицепил, блин, на этот, на... Не нужно. Так это у нас... Клеймор, это как... Которая? Которая противопехотная мина, такая кругленькая. И уголка? Я не знаю, зачем второй взорвали, а этот нужно взорвать. Баунсинг Бетти, что ли? Там ресишка была. Она называется Bouncing Betty. Я понял. Я взорвал, потому что я здесь поставлю инженера с турели. Блин. А зачем вторую взорвали, не знаю. Так. Так, не перестрелитесь. Куда? Саммер, кидай вот сюда вот мину. Вот сюда вот противопехотный кидай. Еще одну вот здесь таки. Руслан, вы готовы? И еще одну вот здесь действие. У тебя еще... Все, почти готово. И здесь... Ставь этот турельку. Саммер, куда ты ушел? Ставь турельку, чтобы расстреливал вот это все. Возле меня ставь. Чтобы все проемы простреливались. Все, мы готовы.
Все, по идее, готово. Да, готово. А, бетер не там, ты как стоишь, как-то, ну ладно. Патрончики, патрончики, киньте сразу. Все идут. Ребят, инженеры, не хватит смотреть дальние проходы. Дальние проходы смотрит Чарли. Третий этаж, два лайта. А медики пошли. Инжи, развернитесь. Альфа, ну что, помощь, как коса. Проход. Если меня коса убила, считается? Только что вот сейчас. Уйди, уйди, командир, Чарли, уйди. Стой, держи свою пушку. Мешаешь, мешаешь стрелять, да. А и сзади меня убили еще. Его просто подняли. Контроль, где трупы, закидывают гранат-арест. Опять рез закинули. Упс, это было больно. Вот хитрые турели-то наставили. Не закрывайте Саммеру прострел. Не бегайте перед турелькой его. Ой, уже отметился. Если вы ходите перед турелькой, вы должны за турелькой ходить. За мной сложно пройти. Сложно, но возможно. Майки нельзя, да? Нет, майки не... Не спускаемся, инженеры. Не бегайте перед турелькой. Браво, там один. Да хоть 10, никто не выбегает перед турелькой. Я своим говорю просто. Чарли, ты смотришь третий, смотри проходы, они не нижние. У тебя задача, чтобы лайты не задетели, а ты смотришь наши проходы. Что они не идут? Накапливается. На один остался, наверное. Пипочек. Хочешь, чтобы я тебя убил? Иксвей, им же можно возвращаться, правильно? Да, да, мы сейчас... у нас регрупп небольшой. Как понять, они же не могут возвращаться. Не, если они... Но ему слишком туда. Упс, там уже бесконечно так играть. Пускай учится. Я решил проверить, даются ли боеприпасы. Идут. Идут с правой стороны. Четвертый, хватит мои ящики избрал. Мы вот тоже учимся, потому что не можем смотреть каждый в свою сторону. Нужно обязательно вот в сторону соседа. Вот мы наружки не юзаем турели.
Это очень имбашная имба. Кто не юзает? Я юзаю. Третий этаж двое. Ребят, к точке. Убить я. С третьего этажа, сверху. Меня убили. На третий Лайк. Ушел. Бухой. Сзади, браво, браво. Ребят, вы можете растянуться? Вы там встали все возле этого... Возле... В общем, не толпитесь там. Хватит бегать перед этой турелью. Опа, сзади меня кто-то. Бля, что с управлением сделали? Хуйня какая-то. Меня опять убили. Че, все всех посливались? Да, да всех сливали. Да, я сверху, один, сверху один зашел и все, и весь твой упал. Ребят, наставь на точку. И я там. Так нельзя вставать. Да блин! Не успел. Не вставать. ХВ, нам ведь вас убежал. Просто убить всех нужно и все. И ножичком, и ножичком. А чё, у вас кто живой ещё? Да, слита. А, всё по... Вы слишком много накопились возле турельщика, возле которого не нужно было стоять. Штурмовать будем? А, громбы выкатись. Там же есть какой-то гром внизу. Всем пока, удачи. До завтра. Пока. Давай. User disconnected from our channel. Ребят, возьмите все лайтоп. А, этот опять издевается, сука. Эй, этот, который на косе нас убивал. Могу я сделать вам весело? Повеселиться? Поиметь веселье? Разве? Пусть пролетает повеселиться. С вашими людьми? Ну, такое ощущение, что он хочет Бабе. Опять. А, Юб. Тьфу, блин, я как Йорк читаю. Так. ХВ, мы в обороне, да? То есть вы бесконечной толпой просто прёте, да? Продешевил ты, Нигер. Это еврейская цена. И эльдорадовская цена. У нас одна жизнь, у вас бесконечно, может быть. Все понял, все понял. Эти пидорасы из СОИ опять накуролесили, блядь. Почему нельзя направление изменить? А чё, они колесико не... мышки теперь неактивно, ну, то есть вообще ничего нельзя поставить на него. Каких левых? Так, ребят, сейчас напоминаю, все берем лайтом.
как пойдем. Все, абсолютно все. Поэтому все. Поэтому первый раз пойдем все лайта. Слеповыми можно пользоваться. Он лайта лучше всего. Что можно сказать? Пока мы тут стоим, качайте своих лайтов, у кого не качать. Что взять из стрелять из... А, кстати, возьмите дым. Возьмите все дым и возьмите начинающие. Ребят, возьмите все дым и возьмите все этот ночник. Ночник, в смысле прицел? Да. Я только с ним убью. У кого не вкачан лайт, можно качать сейчас, пока, ну, чтобы на громе потом не стоять. Я, в принципе, извини. Флэш-суппрессор. Глушак и пламегаз, что ли? Пламегаз, да. А зачем лайта качать? Чтобы ты долетел до лепестка и кинул дыма в ухо. А, мы атакуем? Мы атакуем. Да пиздец, ослепляющий гранат прошли будут. Только дошло. Что нужно было? Ослепляющие гранаты качать? Не-не, дым. Все дым и ночники и лайты. И не забудьте свой джекпак прокачать. Джекпак? Так. А, пояс брать? Я тоже взял. Ну, в принципе, у нас тут слишком много гран будет, поэтому если хотите нагибать, то возьмите что-нибудь с брони. Что, как там говорил, что брать? ГД, что, сколько там? Что такое фраг, фраговая граната? Осколок? Я только не знаю. Так, ребята, после того, как на громе все пополнимся, зарядимся, на взводный собираемся и на этот лепесток пойдем ближайший. Мы на липсток залетим сверху, видите? Сначала на липсток залетаем, раскидываем гранаты, браво спускается вниз, по второму этажу альфа с балкона заходит, ну, сверху, то есть. А чар идет в альфу и браво. Ну, в общем, можно пойти пополнить с этой, да? Давайте, ребят, пополнитесь с грома. Руслан, вы готовы? Я пишу гол, начинаю. Ребят, собираемся у Грома. Грома? Да, у Грома. Берите лайтов. Не летайте только, не палите, что мы тут лайты. Просто так бегайте, никто не летает. А там уже один стоял, смотрел, кого мы берем. А вы ближе к Грому подойдите, чтобы не видно не было, и присядьте. Так, все собрались? Пополняйтесь все. Потом понизу и на взводную. Ничего долба мудру, который в чат. Да не нужен, он себе подсказ полетел. Что я на него медведя своего ручного натравлю. Так, все пополнилось.
Он на безких, если есть. Руслан, а вы специально около грома встали? Кстати, да. А, понял. А, так, план меняется, закидывайте всю гранату. Пытайтесь на точку покинуть. Больше, больше гранат все кинуть. Поднимайся на второй этаж. Да, да, полетели, полетели, накрой. О, это ты сами где? Ничего не понял, что бухой спрыгнул и снизу начал стрелять. Ух ты, ёпть. С земли, нам же нельзя выходить отсюда. Так, ребят, перегруппировка. На громе. Опять штурмовиков? Нет, нет, теперь же штурмовиков, медиков. А, нужно по три штурмовика в отряд. Остальные медики. Не переселимся с... Три штурмовика в отряд, и тополик останется десантиком. Икс, возьми штурмовика. Так, готово? Сейчас Усанин встанет. Ребят, инженерам не нужно, нужны медики и штурмовики. Тополик, десантик. Патронов где возьмете? Мы не будем так долго стоять, что патроны кончатся. А че не посмотрю опять? Быстро отдохнул. Да, тополик, ты меня выкинуло. Пошли, пошли, пошли. Мера выкинула. Штурмовики вперед идут. Кто-то видел там турельки? Их нет. Да, стоят. Подальше. Штурмовики с гранатами скидывайте. Гранатами и закидывать. Анкашна пошла. Научись гранаты кидать. Давайте, проходим, проходим. Кидай, поднимай всех. Третий этаж они заняли. На втором можно закрепиться. Сзади заходи, все. Второй этаж контролится, 4 человека. Опять огроме. А, браво, возьмите лайтов все. Альфа старая комплектация. А, тополик возьми медика. И лучше, да, медика бери. А, браво пойдет через водную, залетает туда и идет в сторону точки А по команде. Собирайтесь пока на взводные. Браво, 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 лайты, и собирайтесь на взводные.